Так, мы едем в Ловеч. We never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel, just let yourself go. Стенки в округе и везде, посмотри, и там это все вырублено в скалах, все дороги. Мы в городе Ловеч едем в отель, хотели остановиться в отеле Ловеч, но там такие убитые номера. Вот в этом отеле мы хотели Ловеч, он прямо в центре. Но отель очень убитый, и поэтому мы решили поехать другой. Посмотрим, чем тот будет лучше, чем этот. Вот речка. Ой, какая крепость, смотри. На да, горе. Вот еще один объект. На горе. Круговое движение. Средневековная крепость. Вон там памятник еще есть. Кому-то круговое движение. Да, мы от крепости уехали нынче, зато здесь вон какая крепостная стена. Красиво. Живописные скалы какие тут просто. Вообще. Это Ловеча. Ой, так нам вон туда, на гору. Да, парк Стратош. Держитесь правее. Боже мой, нам туда, на гору. Боже мой, здесь какие-то я солдаты. Понял. Я понял, так что да, пешком, конечно. Хотель, Стратиш, ресторан, бассейн, градина. Вот хотел написано, видишь? Угу. Вот мы остановились в этом отеле в городе Ловеч. Называется Стратиш. Так называется одноименный парк. Сегодня хорошая погода, обещали больше 20 градусов, поэтому мы пошли на завтрак. Да, вот такой у нас отельчик. Стратиш. Две больших булки, кусок хлеба и сахар. Кусочек брынзы. И брынзы, да. Замечательный завтрак. Невозможно взять в руку. Очень много народу. Мальчик в ресторане не успевает подавать. Вид из отеля на Ловеч. Вот так выглядит наш номер в отеле Стратиш. Интерьер, может быть, и есть, но номер убитый. Я бы сказала, даже не убитый, а не ухоженный. Стены грязные, покрытие ковровое. Ну, в общем, так. Как ни странно, в этом отеле нет номеров. Пятница, суббота, воскресенье. Болгары очень сейчас интенсивно путешествуют. А Ловеч – это интересный город. Сейчас мы пойдем в парк, который окружает этот отель, и в крепость Ловечскую. Мы остановились в парке. А здесь, оказывается, зоопарк. Зоопарк. Вот вид на город Ловеч с парка. Вон там виден пешеходный мостик, который ведет в центр. Вот крепость.
которую мы хотели посетить, окружен вот такими скалами, стенами, я бы сказала, каменными. Такой памятник при входе в крепость. Масил Левский. А мы где? Есть тут что-то такое, чтобы... Да, красная точка. Мы идем в крепость. А это крепостная стена. Ограждает все стены крепости. Делает их отвесными и неприступными. И здесь нас встречают такие два рыцаря болгарские. Как будто с человека слеплены. Они не... Как это мумия. Да. Средневековен болгарский волк. Ну, глаза-то настоящие. 830 године Лавешки мир. We're holding back each other and the things we do, it's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete? Вот мы в средневековой крепости в городе Лович. Что можно сказать про этот город? Маленький, красивенький, в горах, кругом окружен какими-то такими стенами отвесными, каменными. Да. Что придает ему какой-то незабываемый колорит. Ну, есть какой-то колорит, есть, да. И здесь есть одна очень супер достопримечательность. Это крытый мост. Из-за него мы сюда и приехали. Поэтому сейчас мы покинем эту крепость и пойдем на мост. Они тут дают концерты. Тут и подсветка. Вообще тут такое красивое место, если здесь... сделать какое-то мероприятие, по-моему. Мы наблюдаем крытый мостик, который разрабатывался как транспортный, и он идет через реку Осын. Сторожевая собака я не Бобик. Ну, попозируй мне чуть-чуть, ну. Какой ты красавчик. Вот такой симпатичный вид у нас на город Лович. Вот отсюда хорошо видна крепость, в которой мы только что были. А сейчас мы поедем снимать крытый мост, который был построен в 1874-76 год. И построил его болгарский строитель Никола Фичев. Или его еще называют Уста Колья Фичета. В строительстве задействовано было много жителей Ловича. Он построен на 5 каменных фундаментах высотой 4,5 метра и шириной 3,5 метра. Верхние части каменных столбов украшены патриотическими скульптурами с изображением льва. Двуглавого орла, женского торса, плети поработителя. По задумке мастеров из Ловчана он был построен как крытый мост. Внутри по обе стороны улицы есть 64 небольших магазина площадью 2,5 квадратных метра. В августе 1925 года мост уничтожил пожар. А вот мы едем в центре. Очень красиво. Вот и мостик. Вот тут видна крепость, мост. Этот мост сгорел, оригинал его, в 1825 году. После этого он был перестроен. И только недавно ему вернули прежний облик. В этой грязненькой речке водится хорошая рыбка. Вот какая стая тут прилетела на наш мостик. Этот мост – символ города Лович. В Европе мы видели два крытых моста. Первый – Понте-Веккьо на реке Арно напротив галереи Уффици. Видео есть на моем канале. Это Флоренция, Италия. И второй мост – Капельбрюки в Люцерне через реку Ройс. Это в Швейцарии. Маски думаешь? Да тут ни одного человека нет в маске. Ты хочешь купить сувенирчик в городе Лович? Красиво. Здесь прохладно, могу сразу сказать. Это плюс.
Да, и это плюс. Вот есть такие картины. Я, поскольку они все равно все не живописные, а принтованные, то... Да, твоя принтворку можно. Да. Малка, ага. Можно так само? Да. Да. Магнитик Лович. Он же такой, знаешь, ну, очень симпатичный. Вот это карта города Лович. Прямо на стояночку. Да. Просто тут я хочу сказать, что кофейня такая. Какая? Ну, я думаю, из автомата кофе. Ну, кофе, наверное, из автомата. Мы выехали из Ловича. Температура за бортом 28 градусов. Время 13:34. Мы едем в ванну. Наше путешествие заканчивается, но если только что-то интересное мы увидим по дороге.